Мы с малышом проснулись в 6 утра, так как сегодня к нам приезжают гости. Сперва мы забрали с вокзала маму, и там она водилась с малышом на заднем сиденье. А потом ко мне приехала моя родная сестра, чтобы участвовать в моих съемках. Как оказалось, в нашей семье косорука не только я. Моя сестра пила кофе и испачкала вельветовые джинсы. Но у меня всегда под рукой не только кислородный отбеливатель, но и их новый продукт – кислородный карандаш Brand Free. И сейчас мы быстро отстираем джинсы по инструкции. Нужно намочить горячей водой 50-60 градусов, натереть пятно карандашом. Он достаточно легко распределяется по ткани, и результат уже заметен практически сразу. А затем ждем 15 минут. Карандаш отлично справился с загрязнением, и теперь осталось только постирать в стиральной машинке. Моя сестра была удивлена работой средства, поэтому попросила очистить ее белые кроссовки. Делаем все так же по инструкции, мочим горячей водой, натираем подошву карандашом и ждем. А затем загрязнения легко удаляются губкой. А заказать это чудо-средство можете по ссылке в закрепленных комментариях.